Всем здравствуйте, рад вас приветствовать на нашем YouTube-канале Adore Auto. Сегодня я хочу представить вам нашу новую разработку. Вертикальный реечный привод Sesam 2. Привод Sesam 2 создан на базе хорошо зарекомендовавшего себя привода Sesam. Является его модификацией. При этом основные технические характеристики, условия гарантии и самое главное ресурс привода не изменились. Какое самое важное, главное преимущество нового привода? Это возможность открытия двери на 5 см шире. И это позволяет использовать данный привод в некоторых моделях минивэнов. Второе важное преимущество нашего привода – это цена. На данный момент это самое выгодное предложение на рынке реечных приводов. Теперь давайте посмотрим визуально, чем отличаются привода Sesam и Sesam 2. Вот так вот выглядит внешняя сторона. Это у нас Sesam, это у нас Sesam 2. Давайте посмотрим внутреннюю сторону. Возможно, вам будет более интересно. Соответственно, отличие вы видите, картинку. Теперь пробежимся по комплектации нашего привода. Непосредственно сам привод. Рейка входит в комплектацию. Набор метизов для крепежа, кнопка управления, фиксатор упора, контроллер со жгутом, а также по желанию клиента мы можем укомплектовать наш привод пультом дистанционного управления. Итак, какие же основные преимущества нового привода Sesam 2? Это, как я уже говорил, ширина открытия двери увеличена до 5 см. Привод работает на основе мотор-редуктора Bosch. Алгоритм нового контроллера позволяет не использовать привод замка двери, что существенно упрощает монтаж привода. А также новый контроллер подойдет для замены вышедшего из строя контроллера в турецких аналогах. Также наш привод, конечно же, имеет аварийный открыватель изнутри. Вот он. Вот таким образом он работает. Что касается в целом конструкции нашего привода, то обеспечение запасными частями проще, чем у турецких аналогов, так как наш привод производится в России. Здравствуйте. Давайте посмотрим, как работает привод Sesam 2. Таким образом происходит плавное закрытие двери и таким же образом плавное открытие. Давайте посмотрим, каким образом работает у нас аварийное открывание двери. Тянем аварийный рычаг вверх и привод двигаем на себя. Вот таким образом легко мы открываем без усилий дверь. И давайте посмотрим, каким образом работает аварийная остановка двери. Все, дверь остановилась. Усилие небольшое. Привод Sesam 2 поступит в продажу в ближайшее время. Для получения информации о приобретении данного привода обращайтесь в отдел продаж. Контакты указаны на нашем официальном сайте www.ador.su. Либо задавайте свои вопросы в онлайн-чате, который находится на правой стороне каждой странички нашего сайта. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.